нас погода ужасная, и мне позвонил товарищ Илья, который частенько у меня фигурирует на стримах. В общем, позвонил, сказал, что делаешь в обед. Я говорю, ничего, сижу дома, погода у нас ужасная, как вы видите, сугробы кругом, нелетная погода. И он говорит, Саня, я приеду, жди меня, я тебе кое-что подарю. В общем, приехал он, я вышел. Третье марта, блин. Вот он, друг товарищ Илья. Привет. Если кто его не знает, он у нас бывал на стримах частенько, на видеосюжетах у нас тоже появлялся. Он неоднократно побеждал, выигрывал у нас лоты. В общем, в принципе, дружим. И вы знаете, привез он то, что я просто в восторге от того, что недавно был видеосюжет, где мы копали в одном доме. И он именно в этом доме нашел шашку. Шашка именно драгунского солдата периода где-то наполеонского времени. Вот. Но факт в том, что я так ее не датировал, я ее просто в руках держал. Но сегодня он нам ее привез. Вот она, эта красавица. Он ее упаковал. Если честно, я прям в восторге. Вещь просто коллекционная, шикарная. С охран. Сейчас мы будем все это смотреть. Илюх, давай распаковывай. Вот. Серега, шашка досталась мне, Серега. Серега сейчас, наверное, локти кусает. Он хотел ее прикупить, а вот Илюха вот от чистого сердца. От чистого сердца, да, говорит, что лучше пускай будет у меня. Ох, она, вон она, красавица, смотрите. Ух ты, блин, нафиг. Вот, смотрите. Здесь какое-то есть клеймо. Вот. Ну, я думаю, если я буду ее реставрировать, я обязательно вам сюжет покажу реставрации. Она до сих пор острая. Имеются на клинке непосредственно зазубрины. То есть она боевая. И, возможно, не одну войну прошла. Видеосюжет есть. Я вам, конечно, к этому видеосюжету прикреплю информацию. Вот. Ну, в принципе, натыльника нет, но это не беда. Ручка у нас деревянная. Может быть, она уже новодельная, потому что она как бы должна быть из кожи. Вот. Но, в принципе, класс. Сохран просто шедевральный. Вообще огонь. Вот. Так что, Илюха, респект. Спасибо. Вот, так что вот так вот, ребята, сейчас сижу дома, делать нечего, и вот Илюха меня порадовал. Копал. Просто классно, да, ребят, сидя дома, откопал такую вещицу. Вот так вот, респект, классно. Вот, ну а сейчас небольшую видеосюжет именно с того момента, когда мы выезжали на совместный коп. Так что, думаю, вам понравится. Повторение мать учения, если кому интересно, еще раз пересмотрите. Ну а на этом все, пока, сейчас я домой и буду радоваться счастливо. Смотрим. Ну а поближе, ребята, вот она, наша красавица, деревянная рукоять. Вот это у нас латунь, да, или бронза. И вот здесь вот, смотрите, клеймо какое-то. Датировать я не знаю, как, что именно, если есть специалисты, можете написать. Вот, и вот такое вот лезвие. Ничего с ним еще не делали. Илья, его будет восстанавливать, реставрировать? Хотите? Да, будешь реставрировать? Попробую. Я даже не знаю, вот такие вещи. Ну, когда вот что-то здесь было еще что-то. Да, здесь вот такой вот набалдажник, он такой вот был. И на немножко вот сюда вот наезжал на рукоять. Да, вообще красивая вещица. Вообще отчет. А, был учет, да? Нет, здесь косичка была. Косичка, а, косичка веревочка. Была, веревочка? Кожаная. Ну, хер ее знает, она что уже там, труха была. Ну что, отдадим в руки мальчишке, который сейчас будет резвиться, блин. Ты как этот, Чапаев, можешь ее махать? Итак, ребята, вы, наверное, очень хотите узнать, что за вещь у нас в руках.
Полистав просторы интернета, нашел несколько вариантов, которые подходят именно к нашему образцу. И да, я нашел, наша шашка действительно является шашкой драгунского солдата. Немножко другого образца, шашка именно офицерского. И сейчас я вам демонстрирую наш экземпляр, который по всем параметрам очень сильно схожи. Все формы, острие, лезвие, все идентично, как на нашей. Хочу сказать, что данная сабля, а в частности шашка, является драгунского солдата образца 1881 года. Такая шашка выпускалась с 1881 по 1909 год. Возможно, наша сабля участвовала в многих битвах. По этот год Россия участвовала в русско-японской войне 1904-1905 год, в Первой мировой войне 1914-1918, гражданская война 1918-1920, советско-польская война 1919-1921, а также советская финская война 1938-1940 и, конечно же, могла принять участие в Великой Отечественной войне с 1941 по 1945 год. Возможно, наша шашка порубила очень много врагов на своем веку, так как на шашке имеется большое количество ударов на лезвие. Ну а сейчас будем возвращаться на коп, посмотрим, что мы нашли дальше на этом шурфе. Ну и думаю, вам понравится дальнейшее наше похождение по заброшкам. Приятного вам просмотра!